такая программа. Но это программа Гран-при. Мы сейчас увидим новые программы. Делать равновесие, и она не зафиксировала позу, сорвалась. Это, конечно, не очень-то хорошо. А вот, кстати, сама Ксения с Беларуси, и у нее мама ее тренирует, но вот она уже выступает давным-давно за команду Франции. Франція, права з обручем. Перша гімнастка вже у сеньорах виступила. Оцінки з'являються вже трохи пізніше. Да, чуть позже буде оцінка. Зараз теж неточна ловля була. Наступною